Друзья, всем привет! У нас очередной выезд на наше любимое место, где клюет окунь. Будем ловить на мормышку и будем ловить на мотыля. Посмотрим, что сегодняшний день нам даст по улову. Опа! Только забросил, и первый у нас окунь. Мелкий. По традиции первого отпускаем. Сегодня ветрено и холоднее. Щучка сошла? Шурагайка? Видимо, тот и клюнул, или нет, чуть побольше. Преимущество ловли на мотыля — то, что на него клюет всегда, ну, по крайней мере здесь. Но есть минус, то что после поклевки его может просто сразу сорвать, и приходится его постоянно обновлять. Но зато клюет. Вот так вот. Я вообще мелюзгу. Идем туда обратно. Почему-то нет поклевок пока. Ага. О, прям вот он я и убежал. Прям с лунки хотел выпрыгнуть. Надо попробовать на глаз. Мне многие пишут, что типа на глаз попробую. Окунь должен клевать хорошо. Ну я попробую сейчас, попозже. Перебазируемся. Здесь должна быть покрупнее. Что? Рыба. 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 Окунь. Оп. Ага. Что? Большая клюнула. Коряга клюнула. Капец. Вот этого я не люблю. Перекусила собака, видишь? У меня есть отбойник. Надеюсь, я спасу свою мормышку. Да. Так, мормышку я спас. Брат, ушел. У окуня должен быть шанс. Блин, ну он вообще мелкий, ну куда? Иди туда обратно. Че, щуку поймал? Шурагайка. Шурагайка. Вот поэтому окуни не клюет, то что щурята эти подошли. Че, сильно заглотнуло? Че вообще? Такой бывал уже облезший. Нет, он не новый был, нахуй. Я и боксит хвосты клеил. Положил, она маленько протекла и. И все? И все, нахуй. И прилипло, и оторвалось вместе со шкуры. Ах ты, сука! Ай, блядь! Ага, иди, нахуй, от руки! Вот так вот. Ай, блядь! Стой. Тараска. Крупный окунь. Ах ты, сука, глупо нужно это.
меня есть как раз балансир, который надо добить, вот такой вот маленький. У него осталось... А? Да. Попробуем. Вот такой вот. Вот это окунь попался мне. Гля, образец. Я же тебе говорил, ты не в моих рунках не рыбачил. Смотри, на мурмыша не хочет брать. Нормально. В тайге деды ловят вот таким способом. Ставят иконки. Вот здесь вот картинка будет. В правом, либо в левом углу. Мы уже ловили такие иконки. Их когда обрывают, их балансиром потом вытаскиваешь. Но я попрошу поснимать, когда они будут вытаскивать. Если дадут добро, я вам обязательно покажу, есть ли от них результат. Но я думаю, есть, если они их ставят. Ну что, на иконке что-то есть? Будете смотреть? А? Будете проверять? Блин, нырять не хочет. Что случилось? Да я жерлиц ставлю. А, жерлиц. На окуня или на что-то? Во как хитро. А? Оп, и петелька. Ну что, ты что, видать? Сразу. А как видать, сорвет ее, да? Конечно сорвет. То есть не надо никаких катушек, никаких флажков, да? Конечно. Хитрый дедовский способ. Вот видишь, петельку, как были, была бы рыба. Угу. Петелька же не было. То есть такой опознаватель, да? Опа. Реально нету. Ага. Хитро. То есть по сути так по любой, да, можно проверить. Петля стоит, нету. Здесь нету петли. Здесь рыба должна быть, да? Есть. Краем зашла. Что это у нас? Сорога, да, получается? А елец. Дальше. Тут тоже петли нету. Тут петля есть. Тут непонятно. Тут петля есть. Тут петля есть. Тут есть петля. Ой. Есть. Нету петли. Вот в этой нету петли. И там нету. Не было же, да, петли? Я не помню, что раз подставлял, не оставлял. Здесь есть петелька. Нема ничего. Вот там нет петли еще.
Угу. Да это щука гуляет. Ну есть такое дело. А там, бля, вот я сейчас пошел. Сразу 10 окуней, один за одним. Туда, дальше, за поворотом? Ну а тоже сходить попробовать. А, не, мелкий. Ну я вон одного крупного вытащил на балансир. Ну такого. Грамм на 350. Вот здесь нет петли еще. А, это не мои. Намотали, но он так взял как-то вяло-вяло. Вот заставил его, блядь, пробуриться. Ну, нормальный такой, с ладоху. Заставил бы, не поймал. Да? Я думал, за корягу зацепил. Возможно. Я думал, закалял. Он раз так дыбнул, второй раз дыбнул. А он чуть-чуть щипит, да? Да, он так щип-щип и он, такой он, раз... Он крупный, так и собака клюет. Как будто за коряшку зацепился. Он даже не... А потом, когда уже назад потянул, уже понял, что... Ну, думал, щука. Мало ли, знаешь, всякое может быть. Как-то вяло клюет. Тихо. Их там мелко. А? На мели. Клевало. Коля на рыбу пусть сидит и лопит. Да ладно. Рыбы всем хватит. Оп, оп, иди сюда. Прям что-то большое. Нет. Нет, он под ветку завел. Дергается. Ага, мелкий. Там ветка, короче. Ну и прям чувствуется, как он дергается. Он под ветку затягивает. И тот так же само затянул под ветку. Опа. Пропустил. Так, здесь окунь есть, на мели сидит. Ну тут и крупный есть. Надо выждать. О, такой, да? Вон, покажешь еще раз. Ну, съедобный. Ну, хотя бы такой вбивал. Съедобный. Ах ты. Вот тут коряга. И она цепляется. Мелковатый окунь. Ну что это за окунь? Ну другого нет. Зато активно клюет. Ну это вообще всего мотыля сразу съел. Еще один.
Так, пришло время попробовать другую снасть. На эту понятно клюет. Есть мормышка, сделанная в Новосибирске одним там мастером. Ссылку вот здесь, вот либо здесь, либо в описании я вам оставлю, если на нее будет клевать. Сейчас мы посмотрим. То есть вот такая вот чудная мормышка с пульки для воздушки. Без мотылка. Без мотылка, глазик работает. Вот такая чудная снасть. Ссылка в описании будет на парня, который делает. Если кому надо, обращайтесь. Покрупнее. Без мотылка, без ничего вообще. Такой нормальный. Опа. Есть. Нормальный такой окунь. Нет. Так, сейчас попьем чаёхи и пойдем дальше рыбачить. Какая красота в тайге. Там вот корень вообще нереально здоровый. Вон он, вон он. Там можно костер развести, экран сделать и ночевать зимой даже. В этом году зима прям теплая, промоины. Так по всей реке идешь, вот снег, кажется, лежит там в одном месте, бур только опустил, клац, и уже вода. То есть вымывает лед. Нет морозов сильных. Бывает, если попадешь на стаю, один прям за одним клюет. Хороший. Стоять. Еще один. Так.
какой окунь? Ну развернись. Пойдете. Просто без поклевки. На дне окунь. Опа. Началась активность. Буран проехал, шуганул рыбу. И началась обратно клюв. Начался клев обратно. Ну, подо льдом. Вот повыше берешь. Да, либо шуганул, либо она под лед забилась вся. Вот повыше берешь и сразу начинает поклевывать. Где они здесь судака-то видели? Так, надо в сторонку втыкать. Вода проступила. О, есть. Хороший. Такой вот. Необычный цвет у окуня. И темный этот, синеватого цвета. Прям зачетная наживка. Должен быть зачетный клев. Есть. О, покрупнее. Опа, прям как вертлява вышел из лунки. Аж закрутился, закрутился вот так вот аж. Крупнее там прям сразу так, клац, вот. Вот это уже покрупнее клюет. Хотя, может, и мелкий. Давай, давай, давай. Оп. Достойный. Такой хороший. Не успеваю снять концовку. И даже поклевки самые зачетные не успел снять, потому что на морозе разрядились все три камеры. Было еще четыре поклевки.
щуки на балансир и было 3 окуня достойных таких. Сейчас общий отчет я вам покажу. То есть клевала мелочь, и вот они, последние зачетные щучки. Ну, чуть больше килограмма, вот последний окунь, который клюнул. И все, и тишина после этого. На балансир попалось 4 щуки. Ну, такие за килограмм. На этом у нас все. Рыбалка закончилась. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки, комментируйте. Вот здесь вот появится ссылка на Инстаграм. Там вы можете тоже увидеть много чего интересного. Все, что касается рыбалки, все, что касается копа, приборного поиска с металлоискателем, все в Инстаграме тоже есть. Также там появляются видео, которые не вошли в основной ролик. То есть прикольные нарезки, прикольные моменты. До новых встреч. Всем пока-пока. Самое главное, не забываем подписываться на канал. Вот здесь вот появится сейчас ссылка. Также здесь появится несколько ссылок на ролики, которые вы можете тоже посмотреть, рыбалки, либо же приборного поиска.